Всем привет, с вами Дмитрий Риценко, и в сегодняшнем видео хочу показать еще один довольно редкий дебют, но тот дебют, которым можно удивить своих соперников и, в общем-то, получить довольно много легких побед, потому что действительно уже буквально там ходов 7-8, там может быть, вы получаете просто выигранную позицию, причем играя черными. Такой вот необычный дебют сейчас разберем, возможно, вы его знаете, возможно, нет, но в любом случае показать его хочется, и это гамбит Блэкберна. Он возникает после e4 e5, то есть пока у нас стандартное развитие событий, можно сказать, да, то есть обычное открытое начало: конь f3, конь c6, солнце 4, то есть явно после этого хода белые ждут либо конь f6, либо солнце 5, да, то есть либо, допустим, защиту двух коней, либо итальянскую партию, но мы их удивляем уже на этом ходу и играем конь d4, то есть ход внешне противоречит, в общем-то, всем дебютным принципам, да, то есть, во-первых, мы ходим два раза одной и той же фигурой, а во-вторых, еще жертвуем пешку на поле e5, причем не совсем понятно, зачем мы ее отдаем. Ну и давайте посмотрим, какие могут быть проблемы у белых, если они играют конь e5. То есть конь e5 самый принципиальный ход, и покажу вначале несколько партий в данном дебюте, и потом разберем, что же все-таки нужно делать белым, если черный играет конь d4. Ну что ж, конь e5 пока все еще не ошибка, ферзь g5, ну и здесь, конечно, напрашивается ход конь f7. Конь f7 хочется сыграть, потому что мы нападаем на ферзя и на ладью, и белые, кажется, что выигрывают материалы. Но не все так просто. Дело все в том, что черные играют ферзь g2, нападая на ладью. Ну, опять же, кажется, что ничего страшного, ладья под боем, можно уйти, сыграть ладья f1, но на самом деле после ладья f1 черные либо выигрывают ферзя, либо ставят мат. То есть вариант такой: это ферзь d4 шах, ну на ферзь d2 мы просто съедаем ферзя, а на слон d2 ставим симпатичный спертый мат после хода конь f3. Ну что ж, такая вот миниатюра, кажется, что, в общем-то, все очень просто, и на самом деле, да, действительно, скажу так, что после хода конь f7, хочу раскрыть сразу секрет, что в этой позиции после конь f7 и ферзь g2 позиция белых просто проигранная. Ну давайте посмотрим еще пару партий, чтобы в этом убедиться. Ну что ж, следующая партия, где немножко по-другому развивались события, но результат был таким же, как и ранее. То есть черные очень быстро победили. Итак, e4, e5, конь f3, конь c6, конь c4, конь d4. Перед нами снова гамбит Блэкберна. Ну и далее, опять же таки, белые играют принципиально: конь e5, ферзь g5 и конь f7. Ну что ж, ферзь g2, после ладья f1 мы уже видели, какие проблемы у белых, поэтому в данной партии, скорее всего, белые знали, что плохо играть ладья f1, и походили пешкой на поле d3. Тем не менее, после хода d3 очевидно, что теряется ладья на поле h1. Ну, в чем расчет белых? Что после ферзя h1, король d2, все равно ладья на h8 осталась без ходов, и белые ее съедят рано или поздно, отыграют материал. Ну и, наверное, у них все будет не так уже плохо. Но, тем не менее, у белых остаются проблемы с королем. И в этой партии после ферзь g2, опять же, ну, вроде как нужно играть конь h8, не видно ничего лучше, но тогда ферзь f2. Ферзь f2, и в этой позиции черные выиграли, то есть белые просто сдались на самом деле. Ну, тем не менее, я думаю, что возникает логичный вопрос, а почему же сдались белые? Потому что если сыграть король c3, то сразу мата не видно. Но, тем не менее, тогда следует сильный ход конь e2. Ну и в этой позиции, если белые уходят королем на b3, либо на d2, то получают быстрый мат. Если они играют ферзь e2, тогда мы остаемся просто с лишним ферзем. Ну, начнем с хода король b3, покажу все три варианта. После хода король b3 мы играем ферзь b6 шах, ну и далее на уход короля на a4 ставим мат ферзь b4. Немножко сложнее будет вариант в случае хода белых король d2. Если он играет король d2, тогда здесь очень важно сделать тонкий промежуточный ход, это слон b4. Суть хода в том, что мы вынуждаем белых сыграть либо c3, либо конь c3, на самом деле нет никакой разницы. Главное то, что теперь белый король не сможет уйти на поле c3, и мы ставим просто скрытый шах, ну, допустим, конь g1. В целом можно было сыграть и конь g3, особой разницы не было. Ну и далее единственный ход у белых — это ферзь на e2, и опять же, пользуясь связкой, мы можем просто сыграть ферзь e2 сразу и поставить такой вот симпатичный мат белому королю. Ну и понятно, что если белые не хотят получать мат, то нужно играть ферзь e2, ну, ферзь e2, тогда мы съедаем ферзя, у нас лишний ферзь, и, в общем-то, дальше тоже довольно легко выигранная позиция. Так что вторая партия, второй разгром, где черные, в общем-то, не смогли сразу поставить мат в 7 ходов, но тем не менее добились выигранной позиции, опять же таки, тоже сделали это очень и очень быстро.
Ну а мы с вами идем дальше и посмотрим третью партию, которая показывает очередной пример, где в гамбите Блэкберна черные разгромили белых. Возникла эта партия после такого порядка ходов АК4, Е5, конь f3, конь c6, он за 4 и знакомый нам ход конь d4, который, как видно, часто ставит в тупик играющих белыми. Ну что ж, конь e5, ферзь g5, конь f7, белые снова идут на данный вариант, черный играет ферзь g2, и последовал просто ход конь h8. То есть мы видели ход ладья f1, видели ход d3, теперь конь h8. Еще один способ продолжить борьбу за белых, но на самом деле скажу так, что хорошего хода у белых уже нет. То есть как ни играй, все равно у белых проигранная позиция. И в этой ситуации за черных выигрывает много очень ходов, в частности ферзь h1, одно из самых сильных, что было в партии. Ну и далее слон f1, единственный ход, ферзь e4, слон e2, ну и d5. d5 грамотный ход, то здесь опять же таки в данном случае мы видим материальное равенство, но тем не менее конь на h8 не жилец, это очевидно, он никак не выйдет уже в бой. Ну и кроме всего прочего, по-прежнему огромная проблема у белых с королем, и это их как раз таки подводит в данной ситуации сильнее всего. Ну и после хода d3 белые просто получили мат, последовало конь f3, король f1 и слон h3, такой вот красивый мат белому королю. Ну что ж, в общем-то мы видим, что белые просто испытывают огромные проблемы и буквально в 10 ходов рассыпаются в гамбите Блэкберна при неправильной игре, но опять же таки понятно, что надо показать вам, как же играть против данного дебюта, если вы все-таки встретили его, играя за белых. На самом деле в данном видео я не хотел сильно вдаваться в дебютную теорию, потому что в принципе, в общем-то, если вас это интересует, можете изучить данный дебют самостоятельно. Просто покажу два способа борьбы. Первый способ борьбы очень агрессивный, второй способ борьбы более простой и, наверное, объективно даже более сильный. Итак, опять перед нами сейчас будет гамбит Блэкберна, e4, e5, конь f3, конь c6, он c4, конь d4. Ну что ж, здесь предлагаю вам два варианта. Первый — это сыграть конь e5 и после ферзь g5 обязательно играть уже не конь f7, а слон f7. Так, слон f7, король d8, на самом деле здесь далеко не все так просто, потому что у черных по-прежнему есть идея сыграть ферзь g2, грозит ход ферзь e5, то есть поэтому в этой позиции белые по-прежнему довольно сильно рискуют. То есть да, черные устраивают такие вот наскоки, кажется, что все это неоправданно, но тем не менее здесь конкретика очень важна. И как ни странно, самый сильный ход данной позиции, один из самых сильных ходов, по крайней мере, это короткая рокировка. То есть белые просто скидывают фигуру, ну, правда, за пешку, но тем не менее, да, ну, вернее, за две пешки, да, даже если посчитать, то сейчас у белых две пешки за фигуру, но не все так просто. То есть далее мы играем c3, после ухода конь e6, ладья e1, защищаем пока пешку, далее играем d4, и, в общем-то, мы сами уже играем гамбит со стороны белых, да, и, соответственно, в общем-то, здесь доказываем, что у нас инициатива достаточная за пожертвованную фигуру. То есть вот такой вот есть способ, если вы любите сами играть активно, то можете вот таким вот образом, скажем так, пойти в контратаку, да, и попытаться уже поатаковать черных, не попадая под атаку. Но гораздо проще, как по мне, другой способ, а именно после хода конь d4, самое простое, как по мне, это разменяться. То есть сыграть конь d4, и после вынужденного хода ЕД просто короткая рокировка. На самом деле было много других ходов, но рокировка проще и, я думаю, что сильнее всего. И далее у нас есть масса планов. Это сыграть ЕД3, и c3. И, в общем-то, здесь, ну, довольно большой выбор. Я думаю, что нет смысла смотреть дальше эту позицию. Вы уже сами разберетесь. Но, опять же, таки, как противоядие, можно использовать именно такой вариант. Если вы вообще не хотите учить теорию, не хотите рисковать, то это будет, пожалуй, самым простым. Но за черных гамбит Блэкберна в любом случае могу вам посоветовать. То есть да, конкретно эта позиция, она похуже у черных, но тем не менее ее тоже вполне можно разыгрывать. И опять же таки есть вероятность того, что ваш соперник просто не будет знать теорию, опять же таки сыграет вместо всего этого конь e5, да, ферзь g5, и здесь сыграет конь f7, и после ферзь g2 позиция уже у белых просто безнадежная. Ну что ж, надеюсь, что это видео вам понравилось. Всем спасибо за внимание и до встречи в новых видеороликах.